В октябре первому «Ведьмаку» исполнилось 15 лет. В честь этого события, как вы помните, CD Projekt Red анонсировала ремейк, который создается на Unreal Engine 5, но еще был показан эксклюзивный арт раннего Геральта из Ривии. Именно таким поначалу представляли главного героя разработчики. Автор изображения — польский художник Пшемек Трусцинский. Он видел Геральта более суровым и плотным в теле. В дальнейшем с образом уже работали другие люди, пересмотревшие концепцию Трусцинского. До этого арт еще и ни разу нигде не публиковался. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 2 ноября 2022 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Assassin's Creed 3, одно из самых успешных в серии, исполнилось 10 лет. Игра вышла 30 октября 2012 года. В честь юбилея аниматор Джонатан Купер запустил в Твиттере тред, посвященный техническим особенностям анимации в проекте, и рассказал несколько любопытных моментов. Ubisoft ставила перед командой задачу реализовать очень хорошую графику, лучше, чем в Assassin's Creed 2 и ее дополнениях. Вторая часть для своего поколения и так была технически весьма продвинутой. А тут еще и продолжение надо выпускать на том же поколении консолей, что ощутимо ограничивает возможности. Сперва команда аниматоров занялась экшн-сценами. Главного героя научили новым трюкам, появилось замедление времени и лицевые анимации во время добиваний. Авторы стали пользоваться полноценным захватом движений. Те же экшн-сцены раньше вручную создавались самими аниматорами. Теперь в записи участвовали актеры. Паркур тоже улучшили, причем как технически, так и визуально. Все анимации записали заново, появилось больше анимаций прыжков. Блендинг анимаций теперь считался автоматически, с учетом их параметров. Переходы между анимациями стали выглядеть естественнее. Убийства переделали полностью с нуля. Теперь главный герой мог совершать их в движении. Для этого использована та же система, что отвечала за синхронизацию анимаций. Благодаря ей движения ассасина и его жертвы сочетались друг с другом и, естественно, перетекали из одного в другое. Отдельно пришлось повозиться с животными. На этот раз никакого захвата движений не было. Все анимации создавались с помощью референсов. Некоторые технологии, которые использовались для создания анимаций персонажей, адаптировали к животным. К примеру, у ряда хищников появились свои приемы паркура. Важным элементом стала рэгдолл-физика. Она постоянно включена для главного героя и делает движения очень правдоподобными. Рэгдолл работает параллельно с инверсной кинематикой. Благодаря ей анимации автоматически подстраиваются под расположение объектов в пространстве. Этот же набор технологий, как вспоминает Джонатан, использовался при создании Assassin's Creed Liberation. Даже сейчас, как он считает, анимация в Assassin's Creed 3 и Liberation выглядит качественно. А хотели бы вы стать тем человеком, который создает персонажей и их движения, окружающие объекты и даже целые миры? Представляем вам онлайн-школу дизайна Contented и ее курс 3D Artist. Нужно понимать, что если вы хотите начать работать в игровой индустрии, вам нужно хорошее портфолио. Подход Contented отличается тем, что фокус делается на практику. У вас будет 10 завершенных работ и более 200 часов реального опыта за 15 месяцев обучения. За этот срок вы научитесь уверенно пользоваться такими инструментами, как Cinema 4D, Blender и Maya. Вы создадите уникальные 3D-модели предметов и техники с реалистичными текстурами, смоделируете и оживите анимации персонажей, передав их характер и эмоции. Обучение в среднем занимает 6-8 часов в неделю. Сроки сдачи домашних заданий можно сдвигать. Есть возможность заморозки обучения. Contented гарантирует поддержку на всем пути обучения. В тарифах можно выбрать, какой именно уровень поддержки вам нужен. Присутствуют дополнительные блоки обучения, личные консультации и онлайн-встречи. Авторы — топовые эксперты, которые создавали 3D для крупнейших брендов. Киностудии Тимура Бекмамбетова «Базилевс», МТС, «Яндекс», «Пепсико» и других. Их работы видят миллионы людей в интернете, на экранах телевизоров и билбордов каждый день. Карьерный центр Contented обязательно поможет вам найти работу или клиентов на фрилансе. Обычно студенты начинают работать уже с 6 месяца обучения. Новички без проблем зарабатывают около 80 тысяч рублей в месяц, а специалисты с опытом 2-3 года выходят на 180 тысяч. До 30 ноября в рамках «Черной пятницы» по промокоду GSTV вы можете приобрести курс со скидкой 55% и подарки. Так что у вас есть возможность использовать пятницу, чтобы наконец-то полюбить понедельники. Ссылка и промокод в описании. В Kojima Productions отсканировали внешность музыканта Woodkid.
Фотографиями поделился лично Хидео Кодзима. WoodKid, надо заметить, уже не первый раз сотрудничает с японским геймдизайнером. До этого он предоставил композицию «Голаев» для финального трейлера режиссерского издания Death Stranding. Но теперь, очевидно, внешность музыканта еще и используют в новой игре. Кодзима со своей студией сейчас совершенно точно делает сиквел Death Stranding, но плюс к тому, у него имеется еще какой-то совместный проект с Microsoft, использующий облачные технологии. Поэтому где мы увидим WoodKid'а, еще непонятно. Ранее у Кодзимы в гостях побывал и индийский режиссер Кодури Сирисайла Раджамули. Он снял историческую драму «RRR. Рядом ревет революция», которую мы упомянули в последнем выпуске новостей кино, когда речь зашла про второй «Аватар». На текущий момент, пока не состоялась премьера нового творения Джеймса Кэмерона, лента Раджамули — самый продолжительный фильм 2022 года. А еще это весьма популярный блокбастер, собравший по миру более 100 миллионов долларов в прокате. Кодзиму индийский постановщик серьезно впечатлил, потому и был приглашен поучаствовать в процессе разработки новой игры. Он тоже подарил свою внешность одному из персонажей. Кстати, Кодзима уверен, что его новый проект, опять же, неясно какой конкретно, в случае успеха изменит не только игровую индустрию, но и ощутимо повлияет на кинематограф. Отсюда и его желание задействовать различных деятелей кино. Неудачи Sony в переносе своих PlayStation-эксклюзивов на компьютеры продолжаются. Очень низкий онлайн в Steam демонстрирует, что Crash Bandicoot 4 It's About Time, что сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection, объединивший Uncharted 4 и Uncharted 4 The Lost Legacy. Недавно мы говорили, что по поводу платформера Sackboy A Big Adventure предчувствие тоже не очень хорошее. Как и ожидалось, релиз прошел плохо. Пиковый онлайн за первые часы составил 592 человека, а максимум за несколько дней — 610. У Крэша показатель ниже в два раза, но он год был эксклюзивом Battle.net, поэтому никакущий спрос на него в Steam еще можно как-то оправдать. Но Sackboy отмазываться нечем. Игра буквально никому на компьютерах не нужна, хотя по качеству демонстрирует высочайший уровень. Это очаровательный компанейский платформер в сеттинге Little Big Planet с непременно находчивым геймдизайном и затягивающей атмосферой. В Steam отзывы прекрасные, но их количество снова напоминает о том, что портом заинтересовалось минимальное количество ценителей. Кстати, Sony на несколько дней до конца октября снижала цену на ремастер Человека-паука для компьютеров. Его предлагалось приобрести со скидкой в 20%, хотя релиз состоялся всего лишь в августе. Часто бывает так, что издатели решаются сделать скидку на новый продукт, только если недовольны темпом продаж. К примеру, снижение цены популярной в Steam God of War пришлось ждать целых полгода, поэтому могло возникнуть впечатление, что «Паук» тоже идет плоховато, но вроде бы это не так. В презентации для инвесторов и аналитиков Sony указала, что это самая продаваемая ее игра для компьютеров. До этого такой называлась Horizon Zero Dawn, а God of War была на втором месте. Так что, несмотря на пару неудач, в целом у Sony дела на компьютерном рынке идут нормально. А вот Hogwarts Legacy пользуется прямо-таки впечатляющей активностью аудитории. Игра оказалась на первом месте в топе самых ожидаемых релизов Стима. По количеству добавлений в список желаемого, ролевка во вселенной Гарри Поттера обошла многообещающую The Day Before от якутской студии Fantastic и даже космический долгострой Starfield. Хочется напомнить, что плюс к этому выпущенный в сентябре 2020-го трейлер Hogwarts Legacy занял первую строчку среди всех роликов на YouTube-канале PlayStation, которые посвящены играм. За два года ролик собрал 30 миллионов просмотров, обойдя God of War и Человека-паука. Более привлекательными на канале были только демонстрации консолей PS4 и PS5. Если сложить оба этих фактора, просмотры трейлера и количество добавлений в список желаемого, создается впечатление, что творение Avalanche Software станет чуть ли не самой успешной AAA-игрой 2023 года, если авторы, по крайней мере, не запорят все какими-нибудь адскими недоработками. Австралийская аттестационная комиссия на днях присвоила проекту возрастную отметку M17+. Для некоторых стран это означает 18+. Все привыкли к тому, что вселенная Джоан Роулинг ориентирована на детскую аудиторию, а тут такое. Высокий рейтинг обусловлен сверхъестественными темами, а также элементами насилия. Кроме того, регулятор упоминает поддержку внутриигровых покупок и некую онлайн-интерактивность. По поводу покупок уже давно известно. Можно будет при желании купить набор Dark Arts Pack, доступный по умолчанию в Deluxe-издании, но никаких других предметов купить внутри игры будет нельзя. В данном случае разработчики вряд ли наврали. А вот что имеется в виду под онлайн-интерактивностью, точно непонятно. Игровое подразделение Warner настаивает, что Hogwarts Legacy — игра одиночная, без мультиплеера и кооператива. Регуляторы — это такие службы, которые запросто могут одним и тем же словом называть совершенно разные понятия.
Не исключено, что австралийская контора под этой онлайн-интерактивностью имеет в виду просто то, что каждому покупателю дисковой версии надо будет загрузить патч первого дня, без него игра не запустится. Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Игры Sony предоставлены компьютерщикам в лучшем виде, но некоторые из них тем совершенно неинтересны. Nintendo же свои проекты портировать не собирается, но энтузиасты готовы серьезно заморочиться, чтобы все-таки запустить их на ПК. В конце октября на Switch вышла Bayonetta 3, аудитория встретила ее крайне тепло. Критики и игроки называют ее одной из лучших представительниц жанра слэшер. В сети уже появилось несколько видео, которые демонстрируют, что Bayonetta 3 неплохо работает с эмулятором Ryujinx на ПК в разрешении 4К и стабильных 60 кадрах в секунду. На Switch такой производительности нет и близко. Там используется динамическое разрешение 810p в режиме док-станции и всего лишь 480p в портативном режиме. И даже при таком, не самом современном качестве, частота кадров проседает сильно ниже 60. Эмулятор, конечно, тоже не идеален. Например, кат-сцены в игре всегда работают в 30 FPS, и в них может произойти рассинхронизация звука с картинкой. Решение этой проблемы пока, похоже, не нашлось. Специалисты Digital Foundry считают, что Bayonetta 3 тесно на Switch. Platinum Games попыталась сделать игру масштабнее предыдущих частей, однако для этого ей пришлось пойти на жертвы, и пострадала в том числе производительность. Если бы новинка официально отрелизилась на компьютерах, тогда бы она по-настоящему задышала и раскрылась. Разумеется, подобные эмуляторы — проблема для Nintendo. Компания Denuvo ранее даже предоставила японской корпорации решение для защиты ее игр, но та им пока не пользуется. Мода на ремейки все нарастает. Студия Cyan объявила, что переделывает Riven, сиквел адвенчуры Myst. В новой игре изучать мир можно будет в полном 3D. Оригинал увидел свет в 97 году. У ремейка нет ни сроков релиза, ни списка платформ. Если вы когда-то покупали Riven The Sequel to Myst, то и за новинку придется платить. Cyan отметила, что благодарна фанатам за поддержку, но все-таки перед нами не какое-нибудь переиздание, поэтому раздавать его бесплатно не станут. Параллельно команда занимается стимпанковым приключением Firmament. Он должен выйти в начале 2023 года. Pieces Interactive выпустила новый тизер психологического хоррора Alone in the Dark, приуроченный к кануну Дня всех святых. Он совсем короткий, и уместились в видео лишь жуткие куклы да петля, привязанная к чердачной балке. Игра, напомним, выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, о сроках релиза ничего не объявляют. Польская студия Duality Games, известная по Barnfinders, собирается в следующем году выпустить на компьютерах и консолях нового поколения стелс-хоррор Unholy. Издание IGN опубликовало запись игрового процесса. Тут можно увидеть первые минуты из начала прохождения. Действие начинается в локации, которая будет узнаваема для всех, кто знаком с советскими и постсоветскими бытовыми реалиями. Но эта реальность скоро сменится совершенно иной, и изучение параллельных миров необходимо для того, чтобы найти потерянного ребенка. Идея хоррора вдохновлена работами художника Томаша Стержалковского, основателя и художественного руководителя студии Duality Games. Он также выступает творческим директором игры. Paradox Interactive опубликовала отчет по итогам третьего квартала текущего финансового года. В нем мало интересного для конечного пользователя, но надо иметь в виду, что компания сейчас создает силами внутренних и сторонних студий сразу 15 игр. В детали издательство вдаваться не стало, отметив лишь, что часть этих проектов являются представителями полностью новых франшиз, а другая часть — продолжение и прочие ответвления уже выпущенных. В этом году Paradox уже порадовала нас третьей частью глобальной стратегии «Виктория», но кроме нее в основном выпускались лишь дополнения для прочих игр. Может быть, линейка шведского издательства скоро начнет становиться более разнообразной? Напомним, именно Paradox сейчас курирует производство многострадального сиквела Vampire the Masquerade Bloodlines, но когда он выйдет, до сих пор точно непонятно. 28 октября состоялся полноценный релиз Call of Duty Modern Warfare 2. До этого некоторое время в одиночную кампанию могли играть те, кто сделал предзаказ. Разумеется, новинка не избежала массы стартовых проблем. Были и трудности с подключением к серверам, и вылеты в компьютерной версии, и проблемы с отображением предметов из Vault Edition, и очереди. Правда, хоть на последние и многие жаловались, но при этом время ожидания обычно составляло лишь несколько минут. Еще были недовольства по поводу того, что на PS5 пользователям приходится скачивать почти всю игру из интернета. На диске почти нет никаких данных.
при том, что общий вес Modern Warfare 2 переваливает за 151 гигабайт. Игроки на ПК и Xbox, в свою очередь, обнаружили, что опция отключения кроссплея загадочным образом пропала. Самое странное, что она осталась у PlayStation, а вот пользователям Xbox почему-то не повезло. Правда, на консолях Microsoft есть возможность в принципе отключить кроссплей на уровне системы. На компьютерах это невозможно, но эта функция и нужна прежде всего консольщикам, чтобы не встречаться в сражениях с PC-игроками, среди которых иногда появляются хакеры. С другой стороны, далеко не все пользователи ПК заинтересованы в игре с консольщиками, поэтому ограничение с кроссплеем создает неудобства. Вероятно, позже опцию вернут. В целом, новая Call of Duty снова впечатляет продажами. Всего 3 дня ей понадобилось, чтобы принести Activision 800 миллионов долларов. Это самый успешный старт в истории франшизы. Также были установлены рекорды по количеству уникальных игроков и времени, проведенном в игре. Сама Activision даже подметила, что по выручке за первый уикенд Modern Warfare 2 превзошла самые успешные фильмы, выходившие в 2022 году. Top Gun Maverick и Doctor Strange 2. До этого рекордные результаты на протяжении 10 лет удерживала Modern Warfare 3 2011 года. В Activision рассчитывают, что релиз условно-бесплатной Call of Duty Warzone 2, намеченный на 16 ноября, тоже будет успешным. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и в Телеграме. А на этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.